карточной игре «Флаг с Ктулху» правила меняются прямо по ходу партии. Оно и не удивительно. Ктулху, Азатот, десятки древних пробудились, а людям теперь вертись, выживай. Играйте карты и будьте готовы ко всему. Кошки, федералы и библиотекари с некрономиконом под мышкой. Никогда не догадаешься, кто или что спасает мир. Стремитесь к мимолетной цели, меняйте правила, держите карман шире для сюрпризов и не сломайтесь под тяжестью проблемы безысходности. Если безысходность зашкалит, игроки падут перед зовом Ктулху. И тогда даже именитым сыщикам не реанимировать положение. Глазом моргнуть не успеешь, как отдашь себя на выворку грибам или присоединишься к культу и отправишься в страну грез. Игра предоставлена hobbyworld.ru.